Самое большое однозначное число. Сказали, погоди,
Так. Сейчас мы вам будем доставать карточки. Ага. Будем по очереди. Начнем с первой команды, потом вторая, третья, четвертая. Если первая не отвечает, право переходит ко второй, потом к третьей, потом к четвертой. Короче, нам всегда не дают. Если не отвечаете, вообще никто не отвечает, мы ложим карточку. Почему? По новой или иначе? Если четвертой нам не дают. Почему не дают? Я тут не Сейчас мы достаем вот такие вот маленькие карточки, я вам говорю определение, а вы должны догадаться вот. Боговинское все произведения знать куда садится? Синонимы вот такие вот, которые там на карте. Вот ученица шпаргалка, это что такое? Что? Ученица шпаргалка. Двоечник. Человек с ружьем. Белеет парус одинокий. Я хочу быть с тобой. Человек с ружьем. Человек с ружьем. Она придет. Нету правильного ответа. Давайте. Ученики в буфете. А как ученики в буфете? Извините. На графских развалинах. Налетчики. Извините. Есть нарочка. Давайте. Много шума и ничего. Команда ваш ответ. Ученики в буфете. Что это? Тише, по команде. Тише. Истребители. Может, у нас была бы хоть надежда? Да. Мила, зеленая. А вы что сказали? Наш вопрос. Мы за них отвечали. Школа, да? Конечно. На 6 свободы на стихе. Что? 6 свободы на стихе. Да по-любому больше нету. Это первая команда. Воспоминания о каникулах. Не говорите громче. Воспоминания о каникулах. Воспоминания о каникулах. Я помню чуть-чуть. У нас тоже есть такой вариант. Я помню. Я помню. Я знаю. Я перед вызовом к доске. Задержки перед будет. Это наше. Это наш вопрос. Задержки перед будет. А вы скажете. Вечером сначала искали, потом... А где вы были? Где вы стоите? Голосовали, Доктор, я не знаю, что это.
Учитель. Можно дворянское гнездо? Что это? Счастья и добра желаю вам.